И предлагаю тогда разобрать витамин D, потому что под роликом на его описание пришли два комментария, и тогда будем разбираться именно с этого витамина. Итак, нужно запомнить, что витамин D обладает тонизирующим свойством, поэтому этот витамин рекомендуется принимать в первой половине дня. Обычно врачи назначают две дозировки. Одна это терапевтическая, вторая это лечебная. В чем же их разница? Терапевтическая доза, она для поддержания просто организма, да? То есть вы сохраняете то состояние, которое у вас есть, то есть вам и не хуже, и не лучше. Для взрослых от 2000 до 5000 международных единиц дозировки, для детей от 500 до 2000 международных единиц. Лечебная доза – это сверхдоза, чтобы восполнить дефициты. То есть она сама по себе не опасна, но пить ее долго нельзя. То есть пока не восполнятся дефициты, это 1-2 месяца. Дальше мы сдаем анализы. И самое главное, прежде чем принимать какие-либо БАДы, либо витаминные комплексы, нужно сдать анализы на дефицит витаминов. Чтобы узнать, есть ли у вас дефицит витамина D, сдайте кровь из вены. И тогда по анализам вы будете точно знать, нужно вам принимать витамин D или нет. И еще самое важное, то, что витамин D нужно принимать в разное время с витамином Е. Запомните.